Ссора двух граждан Молдовы, живших в Германии, приняла опасный оборот. Один из мужчин обратился к криминальным авторитетам с просьбой разрешить конфликт с соседом. Те в ответ потребовали 5000 евро. В противном случае, угрожали они, заказчику придется заплатить жизнью. Мужчина обратился в полицию. Часть подозреваемых задержали. К операции привлекли бойцов бригады спецназначения «Фулджер». Что, вот мне угрожали от жизни и смерти. Они сказали, что придут и завалят меня. Они сказали, что хотят убить меня. Вот какие угрозы. Хотят 5000 евро. Конфликт произошел в Берлине. К криминальным авторитетам обратился 35-летний уроженец Архей. Они позвали мужчину в парк. Там нашего соотечественника ждали больше 40 человек из разных стран и потребовали деньги. А за что я тебе должен, Пятерку? А ну скажи мне. А? Ты что, подожди. Это что ты говоришь? Это нормально, что ты сделал? 40 человек собрал в парке. 40 человек собрал в парке. Слушай сюда. 40 человек ты собрал в парке и послал меня под фак. Или меня, или 5 штук евро, а? Я тебе найду. Потерпевший утверждает, что ему неоднократно угрожали. Деньги хотите, ребята? Вы лоха нашли, да? Ты, наверное, резко не понимаешь. Ты лично просил 5 штук? Все, я не хочу с вами разговаривать. Хотите деньги, приезжайте в Аргееве. Мужчину шантажировали с весны прошлого года. Это продолжалось и тогда, когда он вернулся в Молдову. На днях бойцы бригады «Фулджер» и сотрудники инспектората полиции района Архей задержали по данному делу двух мужчин 46 и, соответственно, 56 лет из Архей и Унгень. Еще двое объявлены в розыск.